Вот я решила снять, заснять, что же находится у нас на крыше. Тут мой хороший муж продолжает работать. И что-то он делает интересное. То есть он просто кидает вниз ненужный мусор. Это от старой крыши, что у нас осталось. Вот сейчас он очередную партию. Потому как специальное оборудование у нас нет, которое бы вниз пускало, он немножечко разрезает и разрезает, а потом он будет скидывать прямо в этот прицеп, который мы взяли на прокат. Оказывается, стройка — это еще и очень-очень много мусора. Вот, стоит внизу прицеп, видите? И мы туда кидаем. Видите, наша стройка, ремонт. И всякие собачки там лают. Дети шумят, разговаривают. Так, раз, два, взяли. О, надеюсь, ни на кого это не упадет. Уже я попыталась собачек прикрыть, потому как они все время хотят что-то. Видите, вот лежит там. В общем, веселое у нас занятие. Это сегодня пятница. Вечер. Мой муж пришел с работы и играется. «Перекидай мусор» называется игра. Вот какие-то всякие дрова и остатки всякого нашего стройки, ремонта.